Пограничная служба представляет интересы государства на государственной границе и несет ответственность за выполнение международных договоров и законодательства о государственной границе. Формирование погранвойск Молдовы началось в 1992 году. Помимо того, что региональное управление Юг пограничной полиции Республики Молдова осуществляет пропуск граждан и транспортных средств через государственную границу, также пограничные полицейские выполняют функцию надзора государственной границы, так называемая «зеленая граница». Выполняется это путем назначения пограничных нарядов, патрулирования зоны ответственности, соответственно, пограничной зоны. В 2012 году после обширной реформы на институциональном уровне путем слияния Кагул, Луканешт и Басарабяска было сформировано Южное региональное управление с 12 подразделениями пограничной полиции. Три года спустя, в 2016 году, путем реструктуризации и оптимизации пограничной деятельности Южный пограничный сектор полиции включен в Южную демократическую республику, поэтому Южное региональное управление расширяет сферу своей ответственности, управляя деятельностью 13 пограничных подразделений. На протяжении одного года в Молдове была пандемия коронавируса. В момент чрезвычайного положения в стране многие учреждения закрывались, но сотрудники контрольно-пропускных пунктов Молдовы продолжали выполнять свой долг. Безопасное несение и защищенное несение службы как наших сотрудников, так же и граждан, пересекающих государственную границу. Пограничные полицейские находятся на первой линии в борьбе с COVID-19 и принимают все возможные меры для предотвращения распространения инфекции на территории нашего государства. Пограничная служба – это центральный отраслевой орган публичного управления, входящий в систему государственной безопасности, обеспечивающий реализацию государственной пограничной политики, защиту интересов Республики Молдова на государственной границе, организацию службы по охране границы и законности ее пересечения в установленных пунктах пропуска. Уважаемые коллеги и друзья, сегодня, 10 июня, мы отмечаем профессиональный праздник – День пограничной полиции Республики Молдова. Сегодня особенный день для нас, для тех, кто с достоинством, мужеством и ответственностью обеспечивает порядок на границах страны на протяжении 29 лет. Вы постоянно лицом к лицу встречаетесь с множеством сложных ситуаций, рисков, связанных с профессиональной деятельностью. Вы сильны и вы справляетесь, потому что, находясь на передовой, а особенно в борьбе с пандемией, в пунктах пропуска и на зеленой границе, вы выстояли, вы выдержали. Командование Генерального инспектората пограничной полиции, Министерства внутренних дел Республики Молдова и Регионального управления Юг пограничной полиции высоко ценит труд и старания каждого из вас. Все сотрудники пограничных пропусков работают в режиме 24/7. Нелегкое дело охраны государственной границы требует прежде всего высоких моральных качеств, способности к самоотверженности, а главное – четкой мотивации и преданности стране и народу от каждого, кто принимает в нем участие. Елена Радкова, Сергей Георгиев, Мария Казако. Новости ГРТ.